И всем привет, ребята, с вами я, Майя Спидера, и с вами мы продолжаем играть в игру Стик Вара Эгос. Мы остановились... Где? Давайте. Загрузка продолжается, обе магии построены. Мы должны быть чародеи, ребята, которые могут убивать пехоту и защищать войско. Вот. Я, короче, пацаны, изменил имена наши, и теперь у нас все нравится, именно все окей. И... мы начинаем играть, потому что так нам надо. Так, я пропустил тут золото. На что нам столько так? Короче, мы сейчас будем вот так четерись. Вот мои воины. Любимые воины. Любимые какие-то. Короче, начинаем. Вот так вот. Мы начинаем. Вот. Именно... вот, все, пацаны, смотрите. Вы даже колдуна не натренировали. Все, пацаны, смотрите. Изи катка. Просто. Просто месиво, ребята. Просто месиво. Да, надо поиграть, потому что это логично. О, вот. Вот, логика. Логика. Логика, мазафака. Логика. Подкрепление. А у них подкрепление какое? Ужасный. Не, ну реально. Смотрите. Они вызвали маленьких карликов, которые должны были помочь. Мы открываем колдуна. Оглушить, атака и призвать. Ух, это круто. Так, ребята, я прокачиваю нам лучника. Прям 4. Раз, два. И, ребята, у нас максимальный лучник. Дальше. Мы прокачаем чуть копье тонкого. Дальше мы будем начинать изи, просто изи, пацаны. Сейчас будем начинать на дерзкие земли. Я, кажется, помню, кто это. Именно вот его фаворит здесь. Прочитайте, это даю вам несколько времени. Что, прочитали? Молодцы. Кто может их будет читать? Это яромечники и ярострелы. Стрелы. Все равно кто это. Раз. Я всегда играю не тесно, потому что он честный человек. Вы видели такого? Там чувака кое-что непонятно. У него щит отвалился, но в игре такого не бывает. И, опа! Стреляем. Плохой лучник? Хороший. Пишите в комментариях. Все, брак. И вперед, вперед, вперед. Не-не-не-не-не, не дохните. Нет, нет, только не атака майнера. Подгоняю вдох. А, нифига, я не ожидал, что ярмечники такие сильные. Убегайте! Убегайте! Пацаны, убегайте! Убегайте! Спасибо, что вы никого не убили. Кстати, вам хедшоты наделаем. Подождем и выходим. Вот так. Наши мажоры выходят. Мажоры в золотых касках выходят. Круто. Все, пацаны, лучше в атаку идти. Ну, у них армия так себе. Как говорится, а мне все равно. Все, в атаку. Оп. Опа, смотри, я вижу их. Так, наши яромечники, так их можно назвать, идут в атаку. Так, что, ребята, мы выиграем. Все, изи, изи. Он не выиграет второй раз подкрепление. Ну, что-то есть. Ну, мы выиграли. Ура! Видео уже 5 минут, где-то мы уже 2 победили. И 2-2-7 секунд мы проходили это. Странно.
прокачиваем нашего осла до такого уровня. Вествинд. Такс. Как вы видите, Вествинд. Лучные стрелы и капитоны. Потом будет кто? Свинки и курицы, потом гуси и фаерки. Наверное, так будет все. Короче, вызываем золотого. И вызываем этого. Я золотого, я пошел в атаку, и вы идите в атаку, все, идите отсюда. Мы в атаку идем. Видите, это знак дурака. Потому что ты идешь в атаку тогда, когда тебе не захотелось идти в атаку. Логики нету. Плохой, самый крутой. This is Sparta, мы продолжаем. Да, все, мы выиграли. Как говорится, я читер. Все, 1 минута прохождения. Круто. Шлем прокачиваем и ему. И кому бы еще что-то прокачать? Я кирку прокачаю. Дальше. Идет какая грубая? Да? Безлюдная. Да, она безлюдная, прям вижу, это гиганты. Да, возьму своего гиганта, пацаны, смотрите на него. Идет. Все, вот так уйдите. Нечего делать просто. Просто изи катка. Ну вы видите, вы смотрите на этих жалостных. Гигант вышел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, сразу. Я думал, что они отступают, но нет. Да, наш сейчас придет. Вот смотрите на этого гиганта нашего. Не на этого смотрите, на вот этого жирного, маленького. Смотрите на этого нашего жирного, побольше. Вперед. На. У тебя 100 урон. Нормально, все равно он наносит ничего нам. Минус. То почему еще один вышел? Я не хочу с ними сражаться, но так нечестно, вот что скажу я вам. Я не вижу, сколько у кого жизни. Алло, сколько у башни жизни, ладно. Враг вызвал подкрепление. Нифига, еще 2 гиганта? Что-то здесь нечисто. Ачерат Фаер и Злодейская Земля. И все. О, давай, добей их. Добей. Красавчик, давай, 200 урона. Мы победили. Надо еще 2 раза выиграть, пацаны. Ну так кто у нас? Да, круто. Идеально. Так, прокачиваем его и его. Его и то же самое. Мы идем в пустыню. Или как называется? Так, засада. Ваша армия. Все, я почитал. Все, я готов в атаку идти. Кто такие аборгенгенги? Аборгенгенги. Короче, в атаку идите. Гениально. Да. Это аборигенги? По-моему, нет. Что-то не похоже. Теперь похоже. Да, на гиганта похоже. Так, ребята. Так. Я уже боюсь. В смысле, даже лучники теперь идут? В смысле? Так. Не капитон, а лучник. Вот. Я буду умным лучником. Я умный, пацаны, раз. А если, ребята, я вот так сделаю, смотрите. На. Лучники. Раз. Два. Лучники сдохли. Круто. Прям гениально. Ну, наше гениально. Когда закат будет. Мы когда убежим. Мы когда будем бежать, тогда будет закат. Ага, все, минус наш. Почти. На тебе. Это что там? И еще раз. Я промазала. На.
найма. А я живу. Но что-то не вижу, что это аборигены. Мы просто тащерки. Тащим. Так. Ой-ой-ой-ой, пацаны. Идем в дефенд. С Новым годом. Это Новый год как будто. Нет? Ага. Ну, смотрите на них. Я буду у них вот из этой стороны. И вперед. Есть, я одного убил. А вы уже разбираетесь. Разбирайтесь. Не я разбираюсь. Пацаны. Нет. Да хедшот сделай ему. Да почему? Ребята, это просто нечестно. Лучники не могут победить. Что я лучник такой умный. Смотрите на него. Смотрите, уже 11 минут проходим. Мы сейчас это доиграем. Тут гениальницы, но нет. Так это невозможно. Я лучше буду в атаке. Тащи. Идите уже отсюда. Да беги же! А. Да, сейчас все будет на изи. По-моему, не изи. Потеря изи. Так, все, мы выиграли. Оп. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И если вы хотите продолжение, подписываемся на канал. Будет 15 сабов. Будем снимать новое продолжение. Всем удачи и всем пока.